Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Глубоко укоренившееся мнение о том, что средоточием настоящих, или, как еще говорят, чистокровных башкир является лишь юго-восток Башкортостана, с точки зрения этнографии абсолютно неверно. Северо-запад нашей республики сыграл в этногенезе башкирского народа не менее важную роль, чем его юго-восток. И тому примером история башкирского рода ельдяк. Башкиры рода ельдяк ныне населяют различные части Илишевского, Дюртюлинского, Бураевского, Чекмагушевского и Караидельского районов. История рода ельдяк является одной из наименее известных страниц этногенеза башкирского народа. Существуют лишь гипотезы и предположения ученых. Этнограф Раиль Кузеев в своем фундаментальном труде «Происхождение башкирского народа» озвучил свой взгляд на данный вопрос, который стал господствующим. Он сравнил родовые знаки башкир-ельдяков и кипчаков. Вот тамги ельдякских подразделений. Кыр-ельдяк, Буре-ельдяк, Уфа-ельдяк. А это тамги башкирских кыпчаков. Кара-кыпчак, Сарыш-кыпчак, Ак-кыпчак. Как видим, они почти идентичны. На этом основании ученый делает вывод. Древним районом расселения племен ельдяк и коршин было левобережье реки Белой, то есть территория наиболее активной кыпчакской экспансии. Является ли сходство родовых знаков тамг достаточным основанием для далеко идущих выводов о родстве тех или иных этнических групп? Не является ли сходство тамг ельдяков и кипчаков просто результатом их совместного проживания при различии их происхождения? Считается, что любые знаки, и в частности тамги, очень консервативны, то есть мало подвержены изменениям. Они веками сохраняют свое начертание, идущее с незапамятных времен. Знак, которым клеймился скот, называется тавро. Оно появилось как символ собственности у древних кочевников много тысяч лет назад. Именно этот экономический фактор требовал постоянства родовых тамг, ведь движимое и недвижимое имущество семьи и рода передавалось из поколения в поколение, от отца к сыну. Ведущие тюркологи 19-20 века доказали, что в ряде случаев они являются большим доказательством этнической принадлежности, чем, например, этнонимы, то есть названия родов и племен. Очень часто эти названия, например, могли исчезать, но тамги, как правило, служили доказательством, например, общности происхождения разных, казалось бы, по названиям этнонимов, то есть названий. Поэтому это гораздо большее доказательство, например, принадлежности данного рода какой-то общности, чем само название данного рода. Тамги мы находим на старинных манускриптах, на знаменах прошедших эпох, на древних могильных камнях. Тамги продолжают жить своей жизнью и в наши дни. Взглянем на гербы Илишевского и Бураевского районов. На первом стоят тамги башкирских родов Елан и Кыргыз. В центре второго изображен Кук-Буре, то есть небесный волк, тотем башкирского народа. А по четырем сторонам тамги башкирских родов Таныб, Тазлар, Кыргыз, Елан и Ельдяк. У еланцев и ельдяков одна тамга. Мало того, они совпадают с тамгой башкир родов Сарыш-Кыпчак, Кара-Кыпчак и Ак-Кыпчак, живущих на юге Башкортостана. Эти параллели уводят нас в эпоху Дешты-Кыпчака. Название Дешты-Кипчак, что в переводе с персидского означает «кипчакская степь», надолго пережило то этнополитическое образование, которое оно обозначало.
улус Джучи, который, в общем, сформировался на данной территории, на Дэшти-Кипчаке, это действительно страна кипчаков. И та небольшая группа родов монголов, которые переселились в казахские степи, она абсолютно ассимилировалась. То есть она слилась с кипчаками, и, как мы знаем, достаточно в культурном плане, языковом плане, это были настоящие кипчакские ханы. В XI веке многочисленные племена кипчаков, двинувшись с востока, захватывают степи Восточной Европы и становятся соседями Киевской Руси. Половецкое поле, как называли Дэшти-Кипчак русские люди, не было монолитным, ибо состояло из множества племен, возглавляемых собственными ханами. Наиболее известными из них были Баняк и Тугаркан. На протяжении десятилетий ведшие успешную борьбу с русскими княжествами. Известными ханами были Шарукан и Башкорт. В 1185 году Новгород-Северский князь Игорь выступил в поход против кипчаков. Однако был разгромлен и попал в плен к хану Кончаку. Это событие нашло отражение в памятнике древнерусской письменности «Слово о полку Игореве». Проникновение кипчаков в Башкирию началось еще в XI веке, но массовое переселение началось только после монгольского разгрома Дэшти-Кипчака в XIII веке. Среди этой волны мигрантов находились и предки современных юльдяков. Однако как вычленить их среди множества кипчакских родов, составляющих ныне значительную часть башкирского народа? Для выяснения этнических корней юльдяков мы отправляемся в Бураевский район республики. Село Бураево – одно из самых древних селений нашей республики. Считается, что оно основано в 1610 году и связано с именем реальной исторической личности Бураем Ергозиным, знатным башкиром Ельдякской волости. А род ведь ельдякцев – это самый старейший род среди всех родов, которые жили на этой территории. И вот наш ельдякский род наравне с тазларским, таныпским и еландским, искиеландским родами составлял территорию нашего района. В пользу кипчакского происхождения ельдяков говорят их родовые атрибуты. Дерево – вяз, тотемная птица – орел. Но самое главное – это боевой клич «Уран» – «Таксаба», который вводит нас в эпоху Дэшти-Кипчака и Половецкого поля. Согласно русским летописям, одна орда половцев-кипчаков именовалась таксобичами и населяла Донецкие степи на северо-востоке современной Украины. Село Бураево, как отмечалось выше, было основано Бураем Ергозиным. Сохранился архивный документ, подтверждающий бытие этой личности. Некто Муса Ежбулатов в 1707 году сообщал в Челобитной. Прадед их, башкирец Бурай, владел вотчиною и бортным ухожьем по Таныпу реке, и тот прадед их Бурай переехал жить из Уфимского уезда в Казанский уезд, и жил там, и умре. Существует несколько версий относительно его переезда в Казанский уезд. Понятное дело, что это было вынужденной мерой, ибо какой башкир оставит свою вотчину и отправится на чужбину? Историк Анвар Закирович Асфандьяров считает, что Бурай бежал от ужасов разразившегося башкирского восстания 1662-64 годов. Однако в Бураево существует альтернативная точка зрения. Согласно этой версии, Бурай Ергозин был взят в заложники и отвезен в Казань, где и закончил свои дни. Похоже, что он был заложником. А в заложники брали не просто с улицы, а уважаемых, известных людей. И почему? Человек
у которого и отец родился на этой земле, и дед родился на этой земле, и сам родился, вдруг уехал в Казань умирать. Данная точка зрения имеет право на существование, ибо не только во времена восстания, но и в мирное время царская администрация брала из числа знатных башкир заложников, дабы держать их в верноподданстве. Эта практика продолжалась вплоть до конца XVIII века. Декабря 1917 года в Оренбурге открылся учредительный курултай башкирского народа, который провозгласил автономию Башкортостана в пределах так называемой Малой Башкирии. Уфимская губерния, где проживала большая часть башкир, в состав вновь образованной Башкирской республики не входила. 16 февраля 1918 года оренбургские большевики арестовали башкирское правительство. Судьба автономии повисла в воздухе. И в этот критический момент против власти уфимского ревкома восстала Бураевская волость. Идейными руководителями антикоммунистического мятежа были башкир-вотчинник Шарафи Хамидов из Бураева и бывший депутат Первой Государственной Думы, крестьянин Осяновской волости Сахибзада Максюдов из Дюртюлей. Эти враги народа подстрекали к мятежу коренные башкирские деревни, такие как Манчарово в Бирском уезде, тем, что будто большевики придут громить мечети и уничтожать религию. В результате подстрекательства в деревне Бураево возникла вооруженная группа, которая решила сражаться против большевиков. Газета «Кюряж», 4 апреля 1918 года. Проектом административного устройства Башкортостана, принятым на Всебашкирском учредительном курултае, предусматривалось образование 9 административных единиц кантонов. Каково же было изумление в первую очередь властей Уфимской губернии, когда в феврале 1918 года, то есть в момент ареста башкирского правительства в Оренбурге, на ее территории самопровозгласился 10-й никем не запланированный Бураевский башкирский кантон. 18 февраля 1918 года Бураевский башкирский национальный совет Шура провозгласил территорию своей и 7 соседних властей Бураевским башкирским автономным районом, входящим в состав Башкирской республики Малой Башкирии, на правах Бураевского кантона. Как бы говоря большевикам: «Вы арестовали наше правительство, а республика все равно существует». В начале марта в Бураево прибыл отряд Красной гвардии. Однако ввиду недостатка сил вернулся обратно в Бирск. Тогда было вызвано подкрепление из Уфы. И вот 27 марта Бураево было окружено советскими войсками, и мятеж после некоторого сопротивления был подавлен. Бураевское движение было знаковым явлением по ряду причин. Во-первых, это было первым крестьянским восстанием в Уфимской губернии против большевиков. Во-вторых, оно стало прецедентом самоопределения башкир Уфимской губернии, наглядно продемонстрировавшим их желание присоединиться к Башкирской республике. Руководитель Бураевского восстания и Бураевского башкирского кантона сумел скрыться от чекистов и вместе со своей семьей эмигрировал в Китай, а оттуда в Турцию. Сундан инде без белдек мана ниге, малай койткаш, правну половину шарфенин, Ферид Бишури Турциядан койткаш, вот она шундан на белдек без анун шулай ниге киткерин. В память о нем остался только его просторный дом, в котором в разное время были сельский клуб, семилетняя школа, дом Шарафи Бая, как до сих пор называют Шарафуддина Хамидова в Бураево, по-прежнему служит людям, как служил людям его владелец. В те годы было, нельзя было говорить, даже опасно было говорить что-нибудь положительное в адрес бывших богатых людей. Вот поэтому я лично Шарафи Бая душой уважал. В памяти бураевцев Шарафи Бай остался добрым, честным, щедрым, но в то же время хитрым и изворотливым человеком, всегда готовым пустить свою смекалку на пользу людям. Для того, чтобы не оставить голодным
семьями бедных, он специально топил баржи с мукой и говорил, что они уже непригодны для использования. А на самом деле просто поверхность намачивалась, и он вот эту муку раздавал бедным, а сам получал еще страховку, деньги. Представьте себе этого ушлого человека. Мешки с мукой намокали лишь снаружи, образуя корку. Получив страховку за якобы утонувшие баржи, он доставал из вод реки Белой эти самые мешки и раздавал односельчанам абсолютно сухую муку. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Смекалке Шарафи Хамидова позавидовал бы сам Остап Бендер. Судя по анкете Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 года, Шарафутдин Хамидов был башкиром-водчинником, имел три мельницы, крупянку и хлебную пристань на реке Белой. У него на содержании были сын и дочь, две жены, теща и мать, две племянницы и два работника. А мы все башкиры? У меня тоже в документе башкир написано. У отца, у матери тоже так. Шарафи Бай был водчинником. Он был купцом, конечно, он торговал, но он перепродажей не занимался, говорят. Он, значит, хлеб выращивал, зерном торговал. У него даже в селе Бураево только было 5 точек торговых. Десять лет тому назад 15-летний мальчик Муса Гареев ушел из села Таш-Чишма в Уфу учиться. Высоко подняла безвестного башкирского мальчика советская родина, и сегодня село Таш-Чишма встречает не деревенского пастушонка Мусу, а депутата Верховного Совета СССР, прославленного командира штурмовой эскадрильи, дважды героя Советского Союза, гвардии майора Мусу Гайсановича Гареева. Без ике тапкыр советлар союзы герои Муса Гайсаулы Гареев исемен укыган мектепте белем алабыз. Ул 1922 елда Илекшиде ауылында туып өскен. Деды и прадеды твои, Гульнафис Гареева, были цепями прикованы к земле. Сын твой в небо взвился соколом. Птица узнается в полете. «Конь на подъеме, джигит в бою», — сказал старый колхозный коневод, отец Мусы Гайса Гареев. В небе Сталинграда и Восточной Пруссии защищал Муса это мирное башкирское село, своего отца и свою мать, стариков и детей. Елдек руы башкиртларның бір ұлы қабилесі, хам инде руы, хам елдек Руы біздің территорияда, біздің Илеш районы территориясында ол бек әз, ол көбірегінде бөтен районларда орнашқанлар. Біз міне енді шулар есебінде, міне беш ауыл. Бұ беш құрай, бәлекей беш құрай, Түйлеген, Илекшиде, һәм Таш-Чишма ауылары. Пожалуй, самым известным елдякцем является дважды герой Советского Союза Муса Гареев. Он родился в деревне Илекшиде Илишевского района. Как утверждают краеведы, она была основана в 50-х годах 17 века. Илекшиденің башқырт үліші, мінашушы елдек үліші, ауылының бірінші юғары шүйартысы была. Башқыртлар юғары үшті яшаған балалар енді типтерлер келгенші. Енді типтерлеріні кірткеш договор бойынша, типтерлерге біраз файдалануға башқыртлар жер бере. Олар енді ауылында яңадан бір үш түзілер түбен үш. Как раз в верхней части деревни, на высоком пригорке, и стоит сегодня памятник знаменитому летчику-штурмовику. Когда Мусе было 6 лет, его отец переехал во вновь основанную деревню Таш-Чишма, то есть каменный источник. Как реликвию, сельчане оберегают родник, из которого пил их знаменитый земляк. В деревне имеется дом-музей Мусы Гареева. Именно отсюда он отправился на учебу в летное училище. В своей книге «Штурмовики идут на цель» Муса Гареев пишет. «Башкир с раннего детства мечтает об оседланном коне. Жила эта мечта и во мне. Сесть бы на быстроногого скакуна, выехать в чистое поле и, звонко гикнув, ринуться навстречу горячему степному ветру». Он и в самом деле ринулся навстречу горячему ветру,
но только на самолете. Пройдя всю войну, он прилетел в родную деревню на своей крылатой машине. Выезжая в командировку, мы не предполагали, что сумеем найти разгадку давно интересовавшего нас вопроса о происхождении рода ельдяк. Сходство тамк башкирских кыпчаков и ельдяков определенно говорило в пользу их родства, но этимология слова «ельдяк» оставалась для нас непонятной. Находясь в Дюртюлинском районе, мы неожиданно нашли ключ к этой загадке – селение Козы Ельдяк. Само название красноречиво говорит о родовой принадлежности его жителей. Татар теле. Шуннан кубесе татарлар деп жаздырыла. И біздің, например, өзіміздің нәсіл де тоже шулай оқ. Башқырт нәсілінен. Но біз барымыз да жазылып кеткен біз татарлар деп. Паспортны шутлана татар деп. А міне қазіргі вақытта әлі сон бойынша 279 кіші яши шушы ауылда. Шуның 190 артығырағы башқыртлар шутлана. Шулай болғаштан халық пока онда білемі, білмеймі, оңға қадыр внимания бірше етмей. Татар не башқырт не біздің үшін бары бір. Но основной массында етесе келі башқыртлар. Согласно местному преданию, в 18 веке в селе Ельдяк жил человек по имени Козы. Во время Пугачевщины он служил в войске Салавата Юлаева. После подавления восстания он вернулся домой, где и был схвачен карателями. Козыны кулына алалар. Бағаулар кейіртіп, аяғына кулына бағаулар кейіртіп, шошы волосной управление алып барған вақытта, козы деген кіші күлге тошлана. Үш күннен соңғына, үш тәуліктен соңғына, бұл неге келіп шыға, үзіп келіп шыға, өлеге өлесе. Мұна шыннан соң біздің ақсақаллар жиылып, көліне Қазы көлі деп әйтіп отарға, Ельдек ауылын, Қазы Ельдек деп әйтіп отарға. Однако эта занимательная история не отвечает на главный вопрос о значении названия Ельдяк. Ответ на него мы нашли в ходе дальнейшей беседы. Ельдек деген қорт мұла. Ельдек деген қорт. Шоның ұруы бетінде тұрала түрлі яққа. Мәлет бойынша башқыртлар. Башқыртлар. Словом, выясняется, что название Ельдяк происходит от антропонима Ельдяк. Подобных примеров в истории немало. Согласно местной традиции, ельдяки облюбовали здешние места еще в эпоху Золотой Орды. 15-ші ғасырларда шушы территорияда Танапқа қадар пәшті бүтін Башкирияны орайділерден алып орнашқан территорияда башқыртлар ешеген. Бұл аларының жетекшісі Ельдек бола, Ельдек қарт. Как нам представляется, село Козы Ельдяк было самым древним поселением ельдякцев. Именно отсюда вотчины старика Ельдяка, его сподвижники, теперь именовавшиеся ельдяками, стали распространяться в разные стороны. В том числе и на правый берег Белой. Там, на территории Бураевского района, возникает село Новый Ельдяк. Для выяснения дополнительных подробностей снова отправляемся в Бураевский район. Этот ельдактархан за верную службу Сахипгерею Казанскому хану, а он сидел на троне всего 3 года, 21-24 годы. Значит, это происходило в 20-х годах 16 века. За верную службу ему звание Тархана присвоил и подарил земли по обеим берегам реки Агидели. И он переселился сюда со своим семейством, вероятно, уже в годах человек был, раз уж успел показать такие заслуги перед ханом. 1521 год. Казанское ханство находится на грани падения. Русский ставленник хан Шах-Али крайне непопулярен.
В Казань во главе небольшого отряда прибывает крымский царевич Сахиб-Гирей. Сахиб-Гирей хан свергает марионетку Шах-Али и восстанавливает суверенитет государства. Казанское ханство – это в первую очередь земледельческое и торговое население, а воинственному хану нужны воины. А где их взять? Взгляд хана падает на соседнюю Башкирию, в которой наблюдался избыток пассионарных воинов. Казанское ханство, в общем, земледельческое государство, а воины для тюркских правителей – это, прежде всего, конные воины. И, безусловно, обращения и Сахиб-Гирея, и Сафа-Гирея, например, и к нагаям, и башкирам были достаточно частыми. И откликались на эти призывы башкиры с самых разных концов территории. Мы знаем, что наиболее значительная часть отъехавших на запад, то есть Казань, принадлежала именно кипчакам и табынцам. Они сформировали наиболее крупные корпорации вот этих служилых людей на западе региона. И ничего здесь необычного нет. И, как правило, кстати, многие из них получали тарханские звания в системе служилого класса Казанского ханства. И ведущий историк Казани Исхаков заметил, что в тех документах Казанского ханства, где речь идет о тарханах, как правило, речь идет именно о башкирах, которые выехали на службу в Казань. Таким образом, вырисовывается следующая картина. Башкир из рода Кыпчак по имени Ельдяк, проживавший на юге Башкирии, был призван на службу Сахиб-Гирей ханом. Получил от него звание тархана и земли в нижнем течении Белой. Родичи и товарищи Ельдяка, такие же, как и он, кыпчаки, отправившиеся на службу к хану, стали называться ельдяками по имени своего предводителя. Так возник род Ельдяк. Восстановленное Шежере-Башкир подразделение Буре-Ельдяк выглядит следующим образом. Ельдяк-Тархан, у него сыновья Акьяр-Бей, Бесу-Бей, Яткар-Бей, Ябынчи-Бей, Курбан-Бей, у которого был сын Ергазы. У последнего был сын по имени Бурай. У Бурая сын по имени Мурзагул. У него сын Якшебулат. У него Муса. У него Дюсмет. У него Кусяпкул. У него Субханкул. У него Мурзагул. У него Субанак, который был сподвижником Салавата Юлаева. Башкиры-ельдякцы ныне проживают в следующих селениях республики. В Илишевском районе это Верхнеманчарово, Новоаташево, Сюльтино, Бишкураево, Малобишкураево, Илякшиде, Тюлиганово, Ташчишма. В Дюртюлинском – Нижнее Манчарово, Аргамак, Султанбек, Аташево, Верхнее и Нижнее Каргино, Назитамак, Назибаш, Юкаликулево, Сукулово, Козы-Ельдяк. В Бураевском районе к селениям башкир-ельдякцев относится сам райцентр Бураева, а также Чишма-Бураева, Дюсметова, Мустафина, Танцызарова, Ардашева, Новошиликова, Сумсабаш, Сармаш, Нарышева, Тукаева, Арняшева, Ленин-Буляк, Фрунзе, Кызыл-Октябрь, Тастуба, Хазиева. В Чекмагушевском районе ельдякцы населяют села Именликулево, Верхнеаташево, Каразерикова, Каргалы, Кутово. В Караидельском районе Урюш-Биттулина и Сидяш. Итак, силами местных краеведов и любителей старины воссоздано очередное генеалогическое древо Шежере. Листья древа питаются корнями. Не будь корней, высохло бы все древо. У башкир-ельдякцев мощные корни и интересная, захватывающая история. Было бы желание у современной молодежи изучать ее, а нам, в силу своей профессии, рассказывать о ней.